сказано, что всякий благой дар от Господа, и вот я хочу рассказать. Фарида с Евгением уже это слышали, как я выходила из их дома с Никой. В общем, сидела я с ребенком, и получается так, что там две двери. Одну я закрыла, мы в колясочку взяли. Я думаю, так, в одной руке ребенок, в другой коляске, как мне вторую дверь открыть? Смотрю, там люди идут, думаю, отлично, сейчас они мне дверь откроют, будет хорошо очень. И там мужчина и женщина открывают дверь, и там уже тоже на лифт. Я выхожу, и там мужчина такой, сейчас, вызывает мне лифт. Держит мне дверь, чтобы на удержание, нажал мне первый этаж, мы сели. Думаю, отлично, как же мне хорошо, поехали мы в лифте. Вышли из лифта, садимся в коляску, ну, в смысле, сажаю ребенка в коляску, думаю, сейчас нужно выйти как-то из домофонной двери. Выхожу, там подпираю своим портфелем эту дверь как-то, и тут забегает какая-то девушка, я подержу, держит мне дверь. Я думаю, Господи, спасибо. Я когда вот выходила, думаю, молилась, Господи, помоги мне как-то выйти нормально с ребенком. В общем, просто переживания, как бы, тут ребенок, тут коляска, думаю, как бы так пойти, и все сложилось.